Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Все мы хотим, чтобы удача всегда была рядом с нами и чтобы все наши задумки осуществлялись без каких-либо препятствий. Сегодня я хочу с вами поделиться одной очень интересной практикой, которая вам поможет делать так, чтобы вам всегда улыбалась удача. Для данной практики не нужно ничего предпринимать. Вам достаточно всего лишь перед сном, и желательно, чтобы это у вас вошло в привычку. Перед тем, как лечь спать, вы должны либо выйти на улицу, либо выйти на балкон. Если нет такой возможности, то хотя бы открыть окно, посмотреть на небо и 3 раза вслух обязательно вы должны говорить такие слова. Пусть под небом лунным птица удачи пролетит. Пусть крылья ее силой наполняются. Пусть всегда летит она впереди меня, наполняя меня везением, чтоб дела мои всегда успехом завершались. Да будет так. Вот эти слова вы должны проговаривать ровно 3 раза вслух. И после этих слов вы можете ложиться спать. И вот если данную практику вы будете проводить хотя бы либо 3 раза подряд, либо 7 раз подряд, то в скором времени вы увидите, как вам улыбается удача, и вы будете притягивать к себе счастье. Данная практика действует достаточно надолго, но если вы чувствуете, что у вас опять идет невезение, опять идут неудачи, то повторите данную практику, и вам обязательно опять улыбнется удача. Данная практика не привязана к луне, ее можно делать в любое время.